ГТРК «Корсо» стартовал второй съезд Российского общества политологов. Главная тема сформулирована как «Российская политика. Повестка дня в меняющемся мире». Во время съезда пройдут круглые столы, работа по секциям, где обсудят актуальные проблемы современной молодежной политики в России, этнополитические процессы нашей страны и многое другое. На встречу собрались представители органов власти, научные работники, преподаватели вузов, все те, кого волнует политическое положение страны. Мероприятия такие проводятся ежегодно для того, чтобы провести какие-то организационные мероприятия, для того, чтобы обменяться идеями, для того, чтобы пообщаться с коллегами из других городов, которых давно не видел, ну и обсудить актуальные вопросы вообще жизни политической России и мирового сообщества. Всего на съезде политологов примут участие более 400 человек, среди которых и иностранные гости из более чем 30 стран мира. С приветственным словом выступил и председатель Государственного совета Татарстан Фарид Хайрулович Мухаммедшин. Глубокую признательность организаторам за то, что место второго съезда проведения выбрали город Казань, нашу республику. Для нас это высокая честь. В какой-то мере это и оценка нашей политологической школы, развитие нашей республики, активности политологов в общероссийском пространстве. Помимо ГТРК «Корсо», площадкой проведения станет и Казанский университет. Как отметил Ильшат Гафуров, в 1990 году именно в нашем университете была создана одна из первых в стране специализированных кафедр политологии. Оригинальные разработки наших университетских ученых и практиков кладутся в основу решения федеральных и региональных органов власти по актуальным вопросам социально-политического развития. Съезд политологов пройдет до 13 ноября, где участники поднимут важные вопросы и поделятся опытом друг с другом. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.